Приветствую все рыболовное братство. Сегодня я хочу вам показать, как вот из такой вот проволоки, из такого прутка, толщина у него 6 миллиметров, можно сделать отличную стоечку для удочек и спиннингов, если у вас есть необходимые инструменты, а именно сварочный аппарат, болгарка и тиски. Для начала мне надо отрезать три заготовки. У первой будет длина метр, у второй длина будет 50 сантиметров. Не столь важны эти размеры. Можно сделать чуть подлиннее, можно сделать чуть покороче. Я вам показываю лишь принцип. Сейчас отпилю, продолжим дальше. Вот три таких прутка у меня получилось. Теперь их надо немного выровнять, чтобы они были прямыми. И зачищу. Ну, три вот таких вот заготовочек у меня получилось. Еще раз повторюсь, одна длиной, самая большая, метр. Вот это вот полметра, 50 сантиметров. Ну, а вот здесь вот мне нужно будет только сделать загиб. Теперь надо на всех трех заготовочках наметить центр. Здесь 50 сантиметров, здесь 25. Ну, а на третьей заготовочке просто центр. Дальше с помощью такого вот черенка от лопаты загну по центру вот эти прутки, ну, чтобы получился полукруг. Вот что должно получиться. Поступаю точно так же с остальными. Самый короткий пруток, который я согнул, мне нужна будет только вот эта вот его часть, будет ставиться вот так вот. Поэтому я тут точный размер вам не сказал. Сейчас вот так вот отпилю и приварю. Вот этих вот два прутка теперь нужно загнуть под 45 градусов вот эту вот часть. Отступаю приблизительно 5 сантиметров. Это вот будет место загиба. Вот что у меня получилось. Среднюю заготовочку надо теперь выровнять ровненько и загнуть вовнутрь оба края под 90 градусов. Вот что в итоге получилось. Самый маленький пруток загнул тоже под 90 градусов. Сейчас вот так вот отпилю. Здесь вот отступил 4 сантиметра. Это будет упорчик, загнул, чтобы удобнее было варить. Ну и в общем, вот такая вот третья деталька у меня получилась. Вот так вот она будет располагаться приблизительно. Понадобится два вот таких вот мебельных уголка. Сейчас рассверлю чуть-чуть отверстие, чтобы пруток туда входил легко. И болгаркой потом вот одну верхнюю часть беру с каждого уголка. Нижняя будет упорчиком. Это будет вот так вот потом приварено. Вот две таких вот заготовочки у меня получилось. Скруглил краешки, чтобы потом вовнутрь не пораниться. Теперь начнутся сварочные работы. Буду приваривать так вот, прям к самому изгибу. И вот эти вот ушки, которые я оставил, они в дальнейшем послужат упором вот этой вот детальки. Так, ну, чуть-чуть прихватил. В принципе, сильно и варить не надо, потому что нагрузка небольшая. Теперь вот от стороны изгиба, с другой стороны, надо приварить самый короткий пруток загнутый на расстоянии вот от этого изгиба, где-то на 15 сантиметрах, чтобы он был. Собственно, вот такая вот штуковина получилась. Сильно не старался, так, прихватил чуть-чуть. Это вот основная стоечка. Осталось только вот эту вот разместить. Размещается она очень просто. Вот в эти вот ушки вставляем. То есть вот эта часть должна выглядеть вот так вот. В заряженном состоянии вот так. Получается это вот горизонтально ложить пиннинг. Так вот сложили. Так вот вертикально его ставить. Осталось заострить вот эти вот краешки чуть-чуть. Ну и покрасить. Вот так вот на раз по-быстрому грунтовочкой пробежался. Подсохнет, когда можно будет потом какими-нибудь яркими красками покрасить, чтобы на берегу ее не потерять. Итак, стойка практически готова. Чтобы при транспортировке ничего не проткнуть, взял вот такой кусок изоляции от кабеля от толстого. И вот так вот просто его буду надевать на низ, потому что здесь кончики заостренные. А так уже точно хоть в сумку, хоть в рюкзак, хоть в машину нигде ничего не проткнется. Теперь мне осталось обмотать изолентой вот эти вот изгибы, чтобы не портить удочки. Специально взял яркие цвета изоленты, чтобы потом на рыбалке, допустим, в траве ее не потерять, стоечку. Ну вот и все. Стойка готова к использованию. Так вот выглядит в собранном состоянии. Так, отпекайте. Ставите, допустим, спиннинг. Вот так вот он стоит.
Это вот первый вариант. Ну и второй. Если где-то сильное течение, вот так вот оно делается. Ну, в общем, вот так стоечка это выглядит в рабочем состоянии. Если бы у меня было удилище, а не спиннинг, вот этот коротенький, то я бы поставил вот сюда вот и больше наклончик сделал. А у спиннинга ручка маленькая, вот мне пришлось здесь поставить резиночку такую. Ну, тоже, в принципе, все держится отлично, конструкция жесткая. Так что, если кому-то понравилась эта идея, берите на заметку. Подставочка универсальная, как вы могли убедиться. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну а я приступаю к рыбалке. Смотрите, какая природа, какая красота.